Надеюсь, ты... собираешься устраивать неприятности. Чем могу тебе помочь? Пожалуйста, не забирай статую. У меня больше ничего... Ты! У тебя моя статуя! Только не госпожу Дибелл! Я все понимаю. Вот, бери свое золото и подавись им! Они в том... Слушай, я поняла намек. Чего ты хочешь? Говорят, я не дурак. Меньше... Слушай, я тебе это говорю только... У Киравы только не трогай никого, пожалуйста. Даже думать страшно. Я тебе вот что скажу. Извини, но если с ним замеришься, хочешь отдохнуть и... Нет, даже и не подумаем. Откуда? Пожалуйста, ради семьи. Хорошо, вот. Отнеси это Бриньольфу и передай, что со мной больше проблем не будет. Ты чего-то хочешь или нет? Мое... Так ведь? О, не надо так делать. Я знаю, зачем... О, смотри, я уже даже приготовил деньги. Вот, возьми. Надеюсь, теперь ты здесь поболее приятный. Итак, работа сделана, и даже золото уже здесь. И все прошло чисто. Отлично. И по... Вот, думаю, тебе это пригодится. Судя по тому, как тебе удалось разобраться с торговцами, могу сказать, что твой талант доказан на все 100. Нам... Вот это удаль. Думаю, ты у нас тут далеко пойдешь. Что у тебя на уме? У нас сейчас черная полоса, но ты об этом не беспокойся. Знаешь что? Ты добывай для нас деньги, а я побеспокоюсь. Теперь, если больше нет вопросов, иди за мной. Тебе я тебе покажу, о чем мы с тобой толковали. Бесплатно не наливай. Давай я введу тебя в курс дела.